Телеканал КРТ представляє. Олена Леонідовна, доброго вечора. Стерненко, коли вийшов з СБУ, заявив, мав отримати підозру в вбивстві, проте протести активістів змусили силовиків змінити наміри. Тому став не підозрюваним, а потерпілим. А минулого тижня підозру оголосили і Сайкулу та вбитому Кузнєцову. Що відбувається взагалі з справою Стерненка і, можливо, навіть з нашим українським правосуддям? Добрый вечер, студия. Добрый вечер все, кто нас видит и слышит. Что происходит? Юридически это называется укрывательство преступления. Политически это называется соучастие в преступной деятельности. Я считаю, что власть соучастник теперь Стерненко. А по-человечески это называется дело сливают. Действительно, Сергей Стерненко, по моей информации, еще на той неделе в результате нескольких экспертиз, установивших обстоятельства убийства, умышленного убийства, должен был получить подозрение в совершении убийства. Но его резкая протестная деятельность, протекторат людей, причастных к посольству США, а также трусость, беспомощность и безнадежность власти превратила убийцу в потерпевшего. Вот что происходит, Руслан. Чому, на вашу думку, українців судять так по-різному? Одним за вбивство надають статус свідків, а іншим за сфабриковані політичні статті знову продовжують цілодобовий арешт. Я маю на увазі ситуацію з Василем Муравицьким, який щойно перед вами був на скайпі. По моїй інформації, непровіреній інформації, Стерненко є сексотом. Секретным сотрудником Службы безопасности Украины. Также на протяжении всей его жизни и, как я полагаю, преступной деятельности он охраняется за счет налогоплательщиков представителями специального подразделения Службы безопасности Украины. Охраняется человек. Вот как особо ценный кадр. Также, судя по заявлениям Супрун и других, он имеет непосредственное отношение к лобби в одном из посольств, которые явно влияют на политическую и общественную жизнь в Украине. Поэтому он очень важный человек. И ему, Руслан, сходит с рук абсолютно все. Сегодня для себя в памяти я освежила ряд уголовных дел, к которым причастен Стерненко. Мы сейчас говорим о его причастности к убийству, о том, как он убил гражданина Украины Ивана Кузнецова в Одессе ночью. Убил 5 ножевыми ударами. Последний удар был смертельным. По выводам экспертов, он пришелся в сердце. По выводам экспертов, он был нанесен с положения убийца сверху, жертва внизу. По выводам экспертов, Кузнецов жил после этого удара всего несколько секунд. И по выводам экспертов, для того, чтобы нанести последний смертельный удар, Стерненко бежал за жертвой 99 метров. Догнал. Жертва лежала на земле и получила свой последний в жизни удар. А потом, через несколько лет, жертва стала подозреваемым. Но это же не единственное уголовное дело. И я хочу напомнить уважаемым зрителям, что в Приморском районном суде уже несколько лет затягивается рассмотрение 2 дел. Первое дело о похищении похищении Стерненком и еще одним соучастником депутата. Человека похитили, человека усадили в машину. Человека били. Стерненко лично 3 раза выстрелил в этого человека из пневматического пистолета. Если я читаю документы следствия, Стерненко повернувся в бік Щербача, якого примусово утримували 2 невстановлених осіб та зробив по ньому 3 постріли зі зброї травматичної дії. Потом они долго ездили, пересаживали жертву из автомобиля в автомобиль и привезли в подвал. В подвале они продолжили измываться над жертвой. Стерненко и его соучастник Демчук продолжили издеваться над Щербичем. В том числе использовали такой аргумент, как плоскогубцы. Я читаю обвинительный акт. Стерненко, діючи за попередню змову з Демчуком та невстановленими особами, використовуючи наявні при собі плоскогубці, з особливою зухвалістю наносили телесні ушкодження. А потом, кроме всех этих издевательств, они взяли и обокрали жертву. Обокрали жертву, вдумайтесь, на 330 гривен, что дополнительно характеризует этих людей, и Стерненко в частности. Так, они изъяли несколько банковских карт, я так понимаю, не знаю, что они уже не рабочие, дозвіл на носение травматичного пистолета «Форд» и 300 гривен.
Потом они выбросили этого человека, слава богу, в этот раз не убили. Но гораздо более интересным является дело Поплавок. Что такое дело Поплавок? Поплавок — это сеть киосков, которые торговали наркотиками. И Стерненко предложил тем, кто участвовал в наркоторговле, свою защиту, как говорят в народе, крышевание, за скромную плату в $1000 в месяц с каждой торговой точки, которых насчитывалось в Одессе 8. Отныне он должен был защищать эти торговые точки. Часть средств он получил согласно обвинительному акту. Это, конечно, удивительно, но Стерненко, по мнению следствия, занимался покрывательством торговли наркотиками под выглядом ароматичных добавок для подгодовывания рыб. И я читаю процессуальный документ. Кроме того, есть уголовное дело о беспорядках в горсаду в Одессе и так далее. Вот представьте себе вот этот собирательный образ. Человек 95-го года рождения, Стерненко Сергей Вячеславович, много лет после так называемой революции, называемого достоинства, почувствовал в себе силу и практически ежегодно был, как бы обвинялся государством Украины в лице компетентных органов в том или ином тяжком или особо тяжком преступлении. Заодно, я так понимаю, помогал СБУ, и он совершенно не наказан. Вот такая история. Не можу не запитати вас, маємо нового генпрокурора, пані Венедиктову. Уже місяць прокурор. Вона обіцяла і посадки, і розслідування по Майдану, по Порошенку. Поки що ми нічого не бачимо. Як ви оцінюєте роботу пані Венедиктової? Пародія на власть назначила собі пародію на прокурора. А пародія на прокурора осуществляет какие-то пародийные действия. Все, что я запомнила о деятельности прокурора, это то, что вся команда Петра Порошенко, весь этот коллективный свиноборонпром на месте, чувствует себя прекрасно. На месте их имущество, на месте их преступные деяния, на месте их соучастники. Никто абсолютно ни за что не привлекается и даже не допрашивается. Что еще я запомнила? Что с небывалой активностью следствие занимается теми, кто защищал Украину от государственного переворота в 2014 году. То есть сотрудниками милиции, прокуратуры, суда. Также я заметила еще две вещи. Первое – пост о рыбках-прилипалах. Наш генеральный прокурор размещает у себя в Фейсбуке посты такого типа, что есть много рыбок прилипал, и они прилипают к хозяину. Ей, конечно, виднее, кто там у них кому прилипает. Но последнее, что мне запомнилось за эти два месяца, это, конечно же, пост в день Великой Победы. Наш генеральный прокурор разместил у себя на страничке неплохое поздравление и песню Льва Лещенко «День Победы». Пару десятков троллей, ботов и других особо одаренных присмыкающихся, прибежали к ней на страницу, обвинили ее в зраде. И вы знаете, что сделала генеральный прокурор? Она удалила песню и написала пост извинения. Таким образом, несколько десятков человек, а возможно и меньше, при помощи троллей и фейковых аккаунтов, спокойно изменили отношение генерального прокурора к песне. И дело ж не в песне, потому что песня продолжилась. Сегодня несколько десятков человек также изменили ее отношение к подозрению Стерненко и так далее. Потому что у нас в Генеральной прокуратуре находится какой-то студень. Понимаете, студень. Без сил, без стержня, без ответственности. Без всего того, чего мы очень сильно ожидали от Генеральной прокуратуры. Дякуємо. З нами на зв'язку була екс-міністр юстиції України, заслужений юрист, кандидат юридичних наук Олена Лукаш.